Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня снова все на проекте Мазин Хлю Плей. Пацаны, наконец-то выпал снег, получается. Сегодня первый день зимы, и вышло как бы небольшое обновление, которое я вам сегодня хочу показать. Я бы хотел напомнить о том, что у меня есть свой промокод. Просто пишите SHMM, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, если просто-напросто качаете уровень. Вкачать уровень очень легко с помощью квест, поэтому вводите промокод, проходите квесты и забирайте свои деньги. Но как вы поняли, в этом ролике, пацаны, мы посмотрим это новое обновление. Оно получилось, конечно, небольшое, но довольно-таки интересное и полезное. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте постараемся до Нового года добить 22 тысячи подписчиков. Я вам буду очень сильно благодарен. Итак, дамы и господа, вышли мы на улицу, получается, и здесь у нас просто конкретная зима. Реально, она с графиком выглядит очень красиво, реально просто по кайфу. Какие-то новые звуки появились. А, я начинаю замерзать, нихера себе. Давайте я вам покажу, что нового, в принципе, добавили. Итак, если вы будете писать в чат команду, то у вас будет появляться подсказка. Допустим, команда /time, видите? Здесь у вас появляются теперь новые команды, то есть какие вообще существуют. Если вы вдруг забыли команду, вы можете так вот посмотреть и как бы понять, что вам нужно, в принципе, вообще. То есть вы начинаете писать любую букву, и у вас появляется подсказка. Я считаю, что это максимально круто. У вас еще так чат красиво выделяется. Реально очень круто. Также здесь добавили настройки чата. То есть вы можете здесь как бы настроить все под себя. Здесь еще есть разные подсказки. Показать время сообщений. То есть вот так вот можете сделать. Сделали максимально все удобно. Реально просто красавчики. Большое им за это спасибо. То есть для новичков это прям очень классная темка. То есть если вдруг там новичок забыл команду, либо хочет какую-то команду посмотреть, то есть он может это спокойно сделать. Нажимаем клавишу F3, здесь можно, вот видите, снегопад сделать, то есть у нас все будет меняться. Можно снежный шторм сделать, ну, в принципе, тоже вроде бы что-то меняется, и можно сделать дубак. Ну, пацаны, блин, я, конечно, не особо люблю зиму. Не, я люблю зиму, пацаны, но с графикой она, конечно, прям сочная, пацаны, прям очень-очень сочная. Эти новые звуки, теперь человек будет как бы замораживаться, то есть он будет замерзать. Теперь нужно будет, наверное, печку в машине включать. Сейчас мы это тоже проверим. Так, еще добавили, пацаны, снег на машины, на колеса там и так далее. То есть полноценная такая зима, пацаны. Бля, мне выглядит это очень круто, пацаны. Согласитесь, прям. Да, обогреватель есть, короче. Теперь нужно будет включать обогреватель в машине. Мы как бы будем постепенно-постепенно замерзать. И тем самым можем как бы умереть. Давайте мы, короче, поменяем снег. Мне больше нравится, когда темно. То есть обнова как бы небольшая, пацаны, но она очень прикольная. То есть, ну, я посмотрел сначала блог, получается. Там написано было, что добавили. Да, обнова, пацаны, небольшая. Не добавили никакого там ивента, не добавили подарки. Ивент, пацаны, кстати, добавят. Получается, в конце этого месяца, как всегда, будет ивент там санки туда-сюда. Но я думаю, многие понимают, о чем я говорю. То есть, именно это добавят, в принципе, получается, в конце этого месяца, перед Новым годом. Но, пацаны, согласитесь, то, что это, блин, очень круто, то, что они прям в первый день зимы добавили уже зиму, добавили новые плюшечки, новую одежду, скорее всего, тоже добавили. Сейчас, кстати, поедем в магазин одежды, и надо будет прикупить новый шмотик, ну, потому что, пацаны, я одет не по погоде, поэтому сейчас придется поехать, пацаны, купить себе одежду. То есть можно будет теперь вот так греться, стоять возле бочки, либо включать печку в машине, либо вообще можно будет покупать грелку в 24/7. Также, я думаю, вы можете заметить то, что добавили лед. То есть, ну, не по всей карте, как бы, ну, то есть, как бы можно на лодке передвигаться. А, кстати, вот еще отбойник добавили. Как бы не все любят зиму, я знаю. Было бы, конечно, лучше бы, если был бы первый день лета, но, пацаны, все-таки праздники, Новый год на носу получается. Ладно, Луи, на мне ходит.
Ну что ж, дамы и господа, короче, я решил себе купить такого чисто кентика на спорте. Не, ну прикольно выглядит, я думаю, на первое время хватит. Я просто хотел себе какой-то более-менее нормальный зимний скин. Кстати, еще обновили некоторые аксессуары. Обновили там шапки, наушники и еще рюкзаки. Его еще одеть, конечно, надо. Это не так уж и легко. Обновили, получается, все рюкзаки. Их немножко переделали под амазинг, получается. Теперь вот так это не выглядит. Ну, я не любитель, конечно, такие рюкзачки носить. Но я считаю, то, что довольно-таки прикольно. То есть там еще обновили, получается, шапки. Теперь там есть зимние наушники. Но у меня вроде бы этих аксессуаров нету, поэтому я вам показать, в принципе, не смогу. Но так, в целом, пацаны, в принципе, обнова реально вышла очень хорошенькая. Как бы, да, ничего там лишнего, в принципе, не добавили. Ничего прям сверх такого интересного. Насчет, кстати, зимней физики, пацаны, я не знаю, добавили ее или нет. По-моему, ничего не поменялось. Теперь, кстати, вместо мусора вот такие вот сугробы у нас, получается, стоят. По-моему, пешеходные переходы немножко переделали. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Но, пацаны, в целом, согласитесь, то, что, да, обнова небольшая, но они добавили пару полезных фишечек. Добавили, получается, зимние скины. Добавили, получается, там, новые аксессуары немножко переделали. То есть, в целом, пацаны, выглядит все очень даже красиво. То есть, мне прям очень сильно нравится. Насчет, пацаны, получается, грелочек я вам сейчас расскажу и покажу. Есть грелка в самом низу, она стоит 1500. Короче, если у вас вдруг не будет автомобиля, если вы замерзнете, вы можете просто купить грелочку за 1500, ну и потом ее просто-напросто использовать с помощью команды. Но, пацаны, если что, у нас самые просто низкие цены на 0.2 сервачке, поэтому кто желает там купить ремки, покушать, кто желает приобрести еще грелочку, то можете приезжать к нашему бизнесу. Ну что ж, дамы и господа, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Еще раз вас поздравляю с первым днем зимы. Заходите на сервачок, смотрите обновления, кайфуйте, играйте. Всех вас жду на втором сервачке, я вас могу принять в семью, в компанию, поэтому, кто желает, приходите ко мне. Также не забывайте приходить на стримы. Сегодня будет стрим в 15.00 по МСК, поэтому не пропускайте, приходите, буду всем рад. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.